Предвыборная гонка в самом разгаре. Некоторые южноуральцы жалуются в соцсетях, что их заставляют регистрироваться в системе «Мобильный избиратель». В частности, бюджетники рассказывают, что начальство принуждает их прикрепляться к определенным участкам, к тем, которые находятся в самом бюджетном учреждении, либо по соседству. Правда, официально жаловаться никто не решается. Голосуют? Господи, голосуют. Ну и голосуют. У нас есть 154 конкретных обращения. Ну, говорю, из них одно связано с таким вопросом, причем оно было анонимным. Мы, естественно, эти вещи публичим, отправляем, соответственно, в правоохранительные органы, которые должны разобраться с ними. Все может быть. Для того, чтобы голосование прошло честно, в регионе создали общественный штаб по наблюдению за выборами. Обратиться сюда могут не только наблюдатели, но и простые избиратели. Сам центр наблюдения находится по адресу Елькина, 45. А все контакты ответственных за контроль голосования опубликованы на сайте общественного. Общественной палаты. Мы анонимки тоже рассматриваем, мы даже заинтересованы в том, чтобы люди, которые боятся куда-то жаловаться лично, да, там, не знаю, по каким мотивам, там, мести или еще кого-то, чтобы они все-таки к нам шли и говорили. Мы уже от своего имени эти будем ситуацию все рассматривать. Напомним, выборы в этом году пройдут в трехдневный срок – с 17 по 19 сентября. Первые результаты голосования станут известны уже ночью после выборов. Окончательные итоги Федеральный избирком подведет в течение недели после голосования.